В любом подвале для того, чтобы создать подходящие условия для хранения, нужна вентиляция. У меня подвал расположен под помещением, и естественную вентиляцию при помощи труб установить не получается. Поэтому я покажу вам свой способ, как я смонтировал принудительную вентиляцию, используя самые простые материалы, которые найдутся в домашнем хозяйстве. Это у нас идет приток воздуха. Влажность на банках, банки мокрые, нет движения воздуха. Это у меня вытяжка. Хочу в эту трубу поставить принудительную вентиляцию. Вырежу кусок трубы и сюда поставлю вентилятор. Итак, приступим. Я нашел вентилятор старенький. Для этого нам понадобится 5-литровая бутылка. Я ее разрезал пополам, уменьшил, чтобы она заходила одна в одну. Это у нас будет корпус для вентилятора. У меня идет труба 50-ка, канализационная. Для этого я беру тройник, вставляю и хорошо ее одеваю. Она должна быть плотно садиться. Надо ее подрезать, подточить. В донышке я беру, вырезаю вот вторую трубу и вставляю ее изнутри. Она тоже должна заходить очень плотно. Здесь я делаю два надреза и склеиваю скотчем, чтобы она заходила в короб, чтобы у нас получился плотненько. Вот. На вентилятор я поставил как бы уплотнитель, взял шланг силиконовый, соединил его на трубку, чтобы он плотно подошел. Так, дроссель выносим сюда. И вставляем сюда вторую часть. Вот. Теперь это мы замотаем все скотчем. Вот я замотал скотчем, чтобы здесь не было дырок, чтобы у нас вентилятор крутился и подачу воздуха давал наверх. А эта сторона будет отсюда вытаскивать из погреба воздух. Делаем принудительную вентиляцию. Я взял бутылочку из-под сока, разрезал ее тоже пополам и вырезал полосочки. Предохраним от попадания влаги туда. Вставляем. Вот.
можно тоже примотать пару раз скотчем, чтобы он не болтался. И сюда, вот в этот тройничок, я вставляю заглушечку с краником. Это на случай, если будет конденсат сбегать по трубе. И можно сюда одеть шланг и в бутылочку, или так подставить что-нибудь. Краник открыли, конденсат сбежал и закрыли. Можно открытым оставлять все время. Теперь этот вентилятор мы попробуем вырезать оттуда трубу и вставить его вовнутрь и подключить к электричеству. Посмотрим, что у нас получится. Готов наш агрегат. Проверяем. Включаем в розетку. Пошла работа. Проверяем. Возьмем салфеточку. Вот, пожалуйста. Тяга есть. И отсюда сдувает. Все, теперь установили наш агрегат. Все работает. Вытяжка пошла.